Выступление президента Казахстана на Генеральной Ассамблее ООН стало предметом активного обсуждения среди научной общественности Атырау. 20 век запомнится в истории опытом ядерных атак и мировых войн, но в 21 веке все может измениться, если принять меры уже сегодня. И одну из важных ролей в этом процессе может сыграть именно наша страна, говорят историки. Наглядным примером того стало выступление Нурсултана Назарбаева и предложенные им инициативы. Устав Организации Объединенных Наций написан кровью миллионов жертв Второй мировой войны, и смысл его в том, чтобы такого больше не повторилось. Наш президент, как никто другой, смог донести это до мировой общественности. Ядерное разоружение и урегулирование всех конфликтов — вот к чему мы должны стремиться в 21 веке. Это особенно важно и в свете того, что конфликты на Ближнем Востоке уже не раз грозили обернуться ядерной войной.